Друзі, я вважаю, що кожен ранок, крім чашечки кави чи чаю, в нашому житті завжди має бути присутній спорт, хоча б мінімум. І тому саме сьогодні ми запросили до нас в студію Олександру Суманієву, фітнес-тренера, спортсменку, яка нам розповість, як правильно і як легко можна ввійти в спорт і зробити це частинкою свого життя. Доброго ранку! Доброго ранку! Всім здравствуйте! Всім привіт. Що іменно розказати? Коли ви почали займатися спортом і коли ви зрозуміли, що спорт – це реально важлива частина нашого життя? На самом деле, я, когда начинала заниматься, я не понимала, что это важно. Я хотела впечатлить одного парня, как и все девочки. Я не думала тогда о здоровье, я просто хотела красивые ягодицы. Я начала как бешеная приседать с большими весами, и только через некоторое время я поняла, что не нужно приседать именно с большими весами, чтобы накачать ягодицы. Важно прочувствовать целевую мышцу. Важно именно работать ягодичной мышцей. А як правильно, які вправи самі мінімальні треба робити, щоб відчути реально свою попу? Упражнення на самом деле може бути любое. Важно, щоб ви її напрягали во время упражнення. Тобто, навіть якщо це приседання, ми ягодиці напрягаємо і напряженными опускаємося вниз, і напряженными піднімаємося вверх. Угу. І ще вверху сокращаємо дополнительно. А є ще такий момент, коли ти присідаєш, багато тренерів говорять, що ніжки мають не виходити за колінка. Тобто вони ще мають бути рівними. Більше того, не за коліна, а не за носок, а коліна має бути над п'яткою. Тобто ще далі коліна назад, чим вам говорили тренери. Тоді буде ще більше ягодиці працювати і менше нагружатися колінний сустав. А з чого варто починати? Скільки разів, наприклад, присідати? І чи можна всім, наприклад, якусь певну кількість робити? Можливо, там якісь є моменти, коли не можна? Ну і, мабуть, це поступово ж треба все робити. Так, да, обов'язково, постепенно. От я зробила велику помилку, коли, слава Богу, без наслідків, але моя перша штанга була 30 кг, при тому, що треба було присідати взагалі без веса. З вагою без какого... приблизно 40+. Так? Ну, конечно. Ну, где-то 50. Як це можливо? І навіщо так, ну, таку навіщо? У мене настільки ноги трусились. Мені положили штангу на плечі. І мальчик говорить: "Ну, ноги не трусяться, значить, присядеш". І мені так коленки трясуться із сторони в сторону. Але це травматично, і можна да, щось собі пошкодити. Так, в тому-то і діло. Присідання може бути як дуже травмоопасним упражненням, так і дуже безпечним, якщо все правильно робити. Поэтому вначале я рекомендую обязательно без веса работать, и потом только, когда я по клиенту вижу, что он готов, ему хватает техники сделать правильно, тогда можно небольшой вес добавлять на плечи уже. Ви розказували, що ви учасниця фітнес-бікіні. Да. Розкажіть, які вимоги саме до жінок? Можливо, у чому особливість участі у таких от конкурсах? Фітнес-бікіні – це дуже необычний конкурс в тому плані, що це объединение спортивности, силы и женственности. И очень часто да, девочки сталкиваются с тем, что у одной девочки достаточно женственности, она может себя классно подать, она может понравиться судьям, она может там, глазками пострелять, попозировать классно, но ей не хватает характера, чтобы построить мышцы. А другая, да, другая девочка строит мышцы классно, в зале отрабатывает, вот как а мужик. А харизма класс... немає. Да, но на сцене, ну, вот деревяненько, и очень сложно, чтобы в человеке и то, и другое сошлось. Поэтому эта сфера уникальная такая. А мне интересно, а кто все-таки частіше выиграет? Той, кто с харизмой, или той, кто с гарным телом? Вот просто ваше спостережение. Сейчас фитнес-бикини становится все больше и больше похоже на спорт. Если раньше можно было слегка подкачать ягодички, выйти это на сцену и выиграть. Было. Ну да, там вот девочки, ну вот такие, вот такие. Вот можно было на этом выехать. То сейчас участниц меньше, но они все более спортивные и больше ценится статика. Вот встала, поражалась, спинку напрягла и так, то есть на одном вот таком вот уже не уедешь далеко. А розкажіть, там є якісь спеціальні, ну там же ж важливе позування, які да. є основні от? Самое важное показать X-пропорцію. Тобто, дівчатки, нужно розкрити. А ви можете от спину? Прямо стати Могу. На місці і показати? Могу. Так? Очень важно раскрыть ширину спины, показать X, тонкая талия, прожать ноги, раскрыть спину и при этом выглядеть расслабленной. Ого. То есть, чтобы это не было вот так, или чтобы у нас не вывалились ребра, не вывалился живот. То есть тонкая талия, напряженные ножки, напряженные плечики, но при этом расслабленная шея, кисти. Ну, це таке мистецтво реально, яке Конечно. Треба вчити з нуля, по суті, і я виступаю вже 5 років, і кожен раз все одно усовершенствую цей навик.
Що особисто для вас дають ці конкурси? І до чого у вас взагалі є мета? До чого ви прагнете? От ви кажете, 5 років в цьому. Это хобби. Ну вот как люди занимаются рыбалкой, только это хобби, конечно, более затратное в плане финансов и в плане времени, но это очень интересно. И я всегда думаю, вот все, потому что это тяжело, я думаю, все, последний раз больше выступать не буду, 100%. А потом, ой, я еще не дожала, ой, можно было бы попочку еще побольше сделать, ой, это в следующий раз я здесь выйду по-другому. А что будет, если у меня волосы будут длиннее, а если такой образ будет, а если я лучше досушусь? И так далее. Наскільки жорстка конкуренція на цих конкурсах? Девочки все классные. Особенно, когда едешь на уровень чемпионата мира, но девочки одна лучше другой. И очень тяжело себя объективно оценить. Вот думаешь, хоть бы я вошла в десятку, все такие классные. А потом, когда выходишь и становишься вторая или первая, думаешь, ничего себе, не зря я 7 лет качаюсь. Ну, і по-перше, це не тільки спорт, але й здоров'я, тому що якщо правильно займатися спортом, то ти завжди загартований і завжди підготований до будь-яких. Да, но здесь есть такая тонкая грань, очень много тренеров, которые готовят девочек неправильно, и девочки, которые в погоне за быстрыми результатами, тоже совершают очень серьезные ошибки по своему здоровью. Потом они ненавидят всю сферу, потому что она убила себе гормоналку, потому что она потом откатила на плюс 15 кг после сцены. И очень сложно это все восстанавливать. Но если правильно ко всему подходить, это очень красиво и очень здорово. И вот это самое главное. Люди, які от виступають на публіці, ну часто ж бувають якісь курйози, якісь такі ситуації. Чи бувало у вашій практиці таке? Ну, є такий стереотип, що всі бікіні, ну, неприлічні жінки. Да, ну то есть, если я выхожу на сцену в купальнике, люди не ассоциируют это со спортивным костюмом. То есть, если у нас купальник, здесь маленький кусочек ткани, но это все равно спорт. Мы вынуждены в такой одежде выходить, потому что нам нужно показать мышцы. Ну, а у людей совершенно другие ассоциации. И не оцінюють ту роботу, яка да. була до цього пророблена колосально. Олександра, ви почали, наша бесіда почалась з того, що ви сказали, заради чоловіка почали старатися ходити в спортзал і так далі. Як зараз хлопці ставляться до накаченого тіла? Ти змінилась, да, візуально? Я не бачила тебе там 5 років тому, так? Але твоє відчуття, як чоловіки почали реагувати на тебе? С тем парнем мы очень быстро перестали общаться. Это нормальная практика. Да, да, да. Но он определенно нанес отпечаток на мою жизнь. И мужчины очень реагируют именно на внутреннюю уверенность в себе. То есть, естественно, я стала более уверенной, когда у меня стало меньше целлюлита, когда у меня стал плоский живот, когда выпуклости появились там, где нужно. И мужчины очень на это реагируют. Ну, конечно, это приятно. Понимаю, что не зря работала. И женщины, главное, очень реагирует. Это еще, кстати, более приятно. А чи зустрічались с таким стереотипом, что ты у чоловічому спорті? Чи бувало таке, що казали, ну це не жіноча справа? В начале, 7 лет назад, когда я только начинала заниматься, у нас даже был зал огромный, и там из тренеров женщин всего было человека 3. Но сейчас настолько изменилось все, что сейчас больше девочек в тренажерке, чем мужчин. Девочки больше как-то стараются себя усовершенствовать. Мужики подрасслабились. На вашу думку, от, існує, можливо, також такий стереотип, що вдома взагалі неефективно тренуватися. Краще все ж таки йти в зал, платити за абонемент. Знаете, і тільки за це. Я раніше теж так вважала. Потому что в зале все-таки больше инструментов, есть тренажеры, и главное, атмосфера располагает. Но сейчас на карантине, когда ко мне начали обращаться девочки, что я сижу дома, я не хочу за это время потерять всю форму, я не хочу заплыть, я поняла, что можно дома делать абсолютно все с одним набором гантелей. И даже если у человека, например, нет финансовой возможности гантели купить, можно абсолютно без веса дать такую нагрузку, что на следующий день будет крепатура, это будет очень эффективно. Та можна просто пляшечка з водою набрати. Да, та, да, та бутылки з водою, взагалі не проблема. Да, це просто класика. Чи на карантині ви тренували
онлайн? Чи у вас багато було клієнтів? І все-таки ефективність ви помічали там в залі, як ви займаєтеся з підопічними, і паралельно онлайн? В кого кращі результати і від чого це залежить? Все залежить повністю від чоловіка. Тобто є чоловік, вокруг якого ти прыгаєш, ти його мотивуєш, у нього є всі умови, у нього є гроші, у нього є час, у нього є хороша генетика, але він не хоче працювати, він працювати не буде. А есть девочки, у которых нет денег, у которых даже все не идеально со здоровьем, с теми же коленями, и она занимается дома, у нее трое детей, но у нее такой бешеный заряд мотивации, что она может и дома абсолютно классную форму сделать. Это все только от человека зависит, и я вкладываю во всех людей одинаково. А на карантине очень много людей перешло на онлайн, и онлайн-марафоны пошли по тренировкам в домашних условиях, и тренировки по видеосвязи. Очень круто, такой новий формат. Ну, особисто для мене, от, мене, якщо я записалась в зал, мене це мотивує, що от я заплатила вже гроші, і я туди буду ходити. Дані мотивації. Дома, ну, сьогодні, ну, не покачаю прес, ну, нічого ж не буде, ну, завтра покачаю. В плані мотивації зал – це 100%. Якщо ще оплачено з тренером 10 занятий наперед, назначено время, і ти знаєш, що у тебе тоді тренировка згорить, да, і плюс відповідальність вже перед чоловіком, то в этом плане зал, конечно, лидирует. Як часто спортсмени можуть зриватися, і що демотивує спортсменів, наприклад? От, я просто знаю, коли ти входиш в це русло, ти можеш там довго бути, але все одно в кожного трапляються ситуації, коли все, не хочу, не буду. Що може бути, от, провокувати таке нехотіння? Ты далее. Наверное, человек не видит конечную цель перед собой, но на самом деле я считаю, что лучше классно отработать здесь и сейчас, и потом не плакать после награждения, что вот я могла бы не съесть ту конфетку, вот я могла бы побегать на 10 минут больше, причина в том, что я чуть-чуть не досушилась, вот если бы я чуть-чуть лучше поработала, и чтобы не испытывать таких эмоций потом, то есть даже если я занимаю там второе, третье место, я всегда знаю, что я сделала все, что могла, и от этого легче. Я би не хотіла спитувати такі емоції, що іменно я виновата, я не доработала. Що вас особисто мотивує і чим ви заряджаєтесь? Тому що вам, ну, якщо ви працюєте з клієнтами, то вам, напевно, треба в 10 разів, а в той 100 разів більше мотивації, щоб мотивувати інших. Що вас мотивує? Та... Это все идет изнутри. Мне нравится ставить какую-то цель в плане телостроительства. Вот, например, те же ягодицы. Я хочу там добавить верх ягодиц. Я хочу вот выглядеть так-то, так-то. И если эта мысль возникла, это уже работы на полгода вперед. Потому что это же не так, что я накачала попу за 3 тренировки. То есть если я придумала добавить верх ягодиц, все, на полгода я уже занята. Ну, і зупинятися, звичайно, не треба, тому що постійно треба підтримувати свою форму. Да, только випала із тренувань, потім потрібно какое-то время потратить на то, щоб спочатку це восстановить, а потім только пойти в плюс. Ну, тобто не хочеться время зря тратить. Тут хочеться ще дотиснути, так? Спорт спортом, але і харчування дуже важливе. Наскільки ви продумуєте це все для себе? І питання – це 70 или 80% результату. Особливо, якщо людина займається похудінням, питанням ми, і набором теж, питанням ми створюємо або дефіцит калорій, або профіцит. Якщо у людина, наприклад, ціль похудіти, значить йому потрібно зробити дефіцит калорій. Він, наприклад, тратить стільки-то. Він може на тренування відпрацювати, хоч всі калорії потратити. Но потом пришел и за один прием пищи это все наел. Поэтому обязательно контроль питания. И, например, если у человека норма калорий 1500, к примеру, эти 1500 тоже можно же разными продуктами набрать. Можно съесть тортик, булочку и жареную картошку, и будет 1500 калорий, все. И мы ничего не съели, и голодные остались. А можно целый день есть зеленую капусту, або морковку? Нет, 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 тоже не тот формат совершенно. Голодом себя морить не нужно. Можно есть кашку, мясо, рыбку, яичко, авокадо, орехи. То есть такие правильные здоровые продукты, которые нас наполняют. И получить те же 1500 калорий, и не будет у нас ни целлюлита, ни проблем с желудком, и многих других проблем тоже не будет. Есть категорично заборонені продукты. Ну, мы не берем солодке, потому что солодке все знают, что не можно, але все одно десь хтось грешить. Есть еще какие-то продукты, которые, ну, абсолютно не можно вживать?
самый такой основной список, что бы я хотела, чтобы все люди убрали, чтобы этих продуктов вообще не существовало, это майонез, колбаса, сладкое, понятное дело, жареное на масле, фастфуды, мучное. Но если эти продукты уже существуют, мы не можем их убрать полностью и навсегда. Просто заманчиво. Да, и существует такое золотое правило 80 на 20, то есть человек не может полностью от этого отказаться, все вокруг едят, но пусть 80% нашего рациона будет наполняющее нас, и только 20% уже такі хотелки для удовольствия. Ми говорили про спорт вдома, вправи. Чи є у вас якісь улюблені вправи, які от можна виконати вдома без якихось особливих там спорт-інвентарю? І якщо можливо, покажіть. Конечно. Щоб наші глядачі також займалися разом з нами спортом і покращували свою фізичну форму. Самий топчик – это випади, які всі ненавидять, ну, тому що вони дуже ефективні і дуже болючі. Для девочек, вот, выпад, шаг назад, приставляем ногу, сокращаем ягодицу. Обязательно ягодицу сокращать во всех движениях. То есть такой расслабленной мы ее не оставляем, это не будет настолько эффективно. Шаг назад, приставляем, зажимаем. То же самое наклоны и приседания. Вот мое любимое упражнение, самое любимое. Наклонились. Для попы. Да, да, да. Ягодичные растянули. Поднимаемся ягодицами и опять же сжимаем. Можно наклоняться, не напрягая попу, вот. Я ее не напрягаю, так спина устанет быстрее, чем ягодичная. Але це буде неефективно. Да, ну так, ягодичная может включиться, а может и не включиться. Наша задача мышцу включать именно осознанно. То есть мы наклоняемся, осознанно ягодички растягиваем. Здесь ягодицы напрягли, напряженными встаем и вверху дополнительно сжимаем. Вот лучше этого ничего для ягодиц не придумаешь. Можно даже без веса настолько их включить, прожечь, что будут болеть потом на следующий день. А я хотела запитати стосовно пробіжок. Дуже багато людей не займаються спортом, але бігають. Наскільки це ефективно і на що реально впливає біг? Я бегать не рекомендую вообще, потому что, кроме того, что это вредно для суставов. Але це хороше кардіо. Це хороше кардіо. Но з якою ми целью тренуємо кардіо? Тренуємо виносливість. Кардіо – це тренування виносливості. Тобто, нужна ли чоловіку виносливість? Скоріше всього, цей чоловік хоче похудіти просто. Но, опять же, мы можем потратить за кардио 200 калорий, прийти, и настолько у нас поднимется уровень кортизола, это гормон стресса, он от кардио поднимается нехило, и пришли домой, наели на 600 калорий, чтобы этот стресс компенсировать. То есть человек бегает, изнашивает свои колени, нагружает свою нервную систему, особенно если он бегать не любит, и от этого только набирает вес почему-то. И потом он просто разочаровывается во всем спорте. Единственное исключение, когда... Я рекомендую делать кардио, только если человек любит это дело. Ну вот прям нравится, поехал куда-то на море, хочется сделать пробежку, посмотреть закат, рассвет. В таком случае, пожалуйста. Ну просто в залі дуже багато жінок і чоловіків на біговій доріжці. Вот, тому мені прям хочеться подойти і сказати, зачем ти це делаєш? Якщо мені чоловік скаже, я так хочу, мені нравится, окей, вопрос знімається. Коли ти це сказала, я просто думаю, да, того ж я ніколи, от я також ходила в спортзал якийсь період свого життя, і я ніколи не любила бігати. Ну, взагалі, а всі кажуть, ну, 20 до тренування, хвилин 20 після. Я не, ну, не можу, а знаєте, я мені пригадала, не подобається. Я пригадала кроси, які ми здавали в школі. Я ненавиділа. О, мені да. Здавалося, що я придумую, це що жах. Завгодно, аби не бігати. Але потім я а ще я досі ставлення. Пам'ятаю той естафета, не знаю, човниковий біг. Я ніколи його не могла здати. Я от просто не люблю бігати. Просто, якщо це не, ну, не корисно, то чому це не, ну, на рівні чогось такого масштабного не звучить? Тому що в школі реально дітей змушують бігати. Ну, і це, ну... Якщо це в рамках общої фізичної підготовки, то чому ні? У нас діти не активні, вони все время сидять в планшеті, втикають. Якщо б они все время проводили на улице и катались бы на санках, то это не было бы обязательно. А учитывая, что они неподвижные, то почему нет? Но если это взрослый человек, и которому это не нужно, и который уже развился, то ходьбы достаточно, или
ходьба или велосипед, и то так немного. Але тим не менш, чомусь зараз це так популярно, там кажуть всюди, от бігайте зранку, там всі виходять, я бачу, там поки йду на роботу, дійсно люди, а ще взимку, це взагалі для мене нонсенс, коли дійсно мінус 10 і людина біжить. Ну, я не знаю, зараз, наскільки це. Вже, кстати, потихоньку этот стереотип развеивается, чому я очень рада. Есть ще одне исключение, когда кардіо делать можна і нужно, когда, например, спортсмен готовится к соревнованиям, вот мой спорт, бодибилдинг, и у девочки уже очень мало еды, и урезать калорийность уже некуда, иначе она войдет просто, ну, дойдет до калорийности ниже своей нормы. Тогда лучше подключить нагрузки и тем самым ускорить жиросжигание. Но если девочка бегает, а потом идет и наедает это все тортами, то это абсолютно бессмысленно. Але якщо обирати між кардіо і силовими, то все ж таки ефективніше силові? Да, силовые, кроме того, что укрепляют мышцы, мышцы будут такие более упругие, подтянутые. Кардіо, наоборот, мышцы истощает. И силовая хорошая тратит даже больше калорий. То есть, если у нас цель потратить калорії, йдемо, делаем силовые, і буде форма намного лучше. Олександро, і на завершення нашої такої милої бесіди хочеться, щоб ви побажали нашим глядачам все-таки, як привчати себе до спорту і в чому головна суть взагалі спорту для життя кожної людини? На самом деле, нужно просто себя перебарывать некоторое время и подбирать нагрузку, которая для души. Вот опять же, если человек любит бегать, идите и бегайте. Если человек любит медленные нагрузки на низком пульсе, присел 20 раз, 1-2 минуты отдохнул. Если человек любит плавать, идем плаваем. То есть, если человек не любит бегать или не любит другую нагрузку, да, не нужно себя заставлять, но не нужно думать, что я вообще не люблю никакие нагрузки, поэтому я сяду, буду есть. Нужно все равно себя приучать. Идем, заставляем себя, работаем, и потом вырабатывается привычка. Сначала мы терпим, потом мы уже воспринимаем это как должное, а потом мы не можем без этого жить. Это так и работает на самом деле. Супер, дякую вам за таку корисну і цікаву розмову. Ну і такі круті вправи для кожного із нас і наших глядачів. Нагадаю нашим глядачам, що з нами була Олександра Суманєєва, фітнес-тренер та спортсмен. Друзі, ми нагадуємо вам, що у нас є YouTube-канал, на якому кожного дня з'являються найактуальніші, найсвіжіші новини, які вам варто переглянути, тому що ми готуємо завжди ексклюзив із перших вуст. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал і не забувайте ставити дзвіночок, аби він вам нагадував про те, що варто зайти вже на наш канал і подивитися щось цікаве, бо воно вам буде обов'язково корисним. Музика.